Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Samsung Galaxy A53. И сейчас я покажу вам, как включить резервное копирование Google на данном устройстве. Для этого мы переходим в настройки. Далее проходим вниз, ищем Google, нажимаем. Выбираем профиль. И нажимаем резервное копирование. Далее нажимаем включить. Из-за того, что у нас нет интернета, мы не можем особо включить. Далее мы нажимаем фото-видео, нажимаем разрешить, включаем автозагрузку, синхронизацию, включить автозагрузку. Можем выбрать исходное качество или сжатие файлов. Также можем выбрать использовать мобильный интернет, когда нет подключения к Wi-Fi. Нажимаем ОК. Ну и в принципе это все. Спасибо за просмотры, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.